Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy gummy bear. Что там? Что это, Гриш, у тебя? Ух ты! Из бокса. Из бокса? Да. Перчатки, да? Игруша. И еще один дракон. А, Ваня, вон какой еще один дракон с викингом. А еще что там есть? Что там еще есть под елочкой? Вон, еще какие-то подарочки есть. Да. Что, так, тут Фанта какая-то. Это Аня, наверное. Еще вот смотри-ка. Ой, это котятки. Еще вот такая книжечка у Ани. А это, ну-ка давайте посмотрим. Это настольная игра. Это, наверное, общий вам подарок. Да. Это настольная игра. Вот общий. Да. Вот и конфеточка. Смотри, какая. Там внутри папин тоже. Папин подарок. Там внутри конфеточки это тоже. Это маленький подарок. Ух ты. Дедушка Мороз мне подарил такую тапку для мытья ног. Да, я хотела такую. Здорово. А это, Гриш, твое, наверное, осталось? Смотри-ка. Смотри, сказки для мальчиков. Какая книжка, там 7 сказок. И вот твои еще вот. Здесь печаль. Смотри, у тебя пират. А, смотри, еще какой-то кулечек. Что, открываем, Гриш? Фант, да. Это, наверное, какой-то сладкий спрей. Спасибо. Конфетки. Папа, рождение тебе. Папа, папа, с Новым годом. Тебе это Дедушка Мороз. Это Дед Мороз тебе принес. Папа, значит, пришел спать, Люк. Сёма ищет себе подарок. Скажи, а мне? Конечно, а про меня-то забыли? Завтра. Да, завтра у Семёна день рождения. Он у нас родился. У него под выкурантом день рождения. Он родился, да, в ночь на 1 января. Нам так сказали, когда мы его покупали. Да, да. Сегодня придется какой-то подарочек ему. Вкусняшку, наверное, да. Какую-то дать. Да. А где печать? Чё? Где печать? Чё? Ох ты, ох ты. Ой. Ох ты. Ничего себе, прям боксер прямо. Здорово, да, Дедушка Мороз придумал? Гриша прям теперь у нас боксировать будет. Надо его куда-нибудь оттуда повезти. У бабы была раньше груша настоящая. Ой, как, ой, 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 какой. Попался такой котенок, а тут день рождения 6 июня, прям как у меня. Фиалка. Ну что, давай мою. Кисонька, фиалка. Это Аня попалась в свитбоксе. Нет, это не свитбокс. Это секретик радости. Ну это одно. Почти. Почти то же самое. А Гриша что попалась? У Гриши был вот такой? Тоже в секретике радости. Да. Пивачек. Пивак. Бисквит. Ой, смотри, какая кошечка. Вот такой вот человечек попался, Гриш. Ой. Там нужно всю коллекцию собивать. Ой, это вот. С ресничками. Всю коллекцию собивать. У меня уже была такая, только не ночные. Это они ночные. А, на подшопиков похоже. Можно даже сосать. Они, наверное, свечутся. Не знаю. Вот, там можно всю коллекцию собирать. У меня была вот такая вот Лира, только она была из дневных. Сейчас я покажу с тобой. Там надо пить, а там жвачки. Жвачки? Мамба? Да, мамба.
А это же фиалки. Да? Капец. А сладости какая там попалась? А мне? В свитбоксе. Мне вот... Там зеленая и желтая. А мне и квашеная, и божья. А это тоже смоква, такая, да? Да, это пастила такая. Я уже съел пастилу. Да, Гриша уже быстренько, он уже за конфетки принялся, да? Да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и с Новым годом, друзья!